Доброго утра, у нас воскресенье. Сегодня начинаем с завтрака. Я уже делала вакуум, выпила воду, сходила, развесила белье. Там такая хорошая погода, ветерок, правда, дует, но солнце, птички поют. Все супер. Сейчас буду завтракать. Это у меня такая история. Я вчера забыла купить себе творог для завтрака. Творог. И поэтому сегодня у меня на завтрак будет авокадо. Я вам вчера говорила, что я меню выбрала специально для того, чтобы доесть половинку авокадо. Вот 60 грамм авокадо тут. Может, кому интересно, заскриньте себе. Вот, авокадо 60 грамм. У меня, я хлебцы не ем, нет у меня почему-то. Поэтому будет хлеб и немного огурца. Сейчас авокадо вилкой разомну, сделаю такую кашицу, соль, перец. И немножко огурчика возьму, и хлеб я поставила подсушиться в тостере. Готовлю детский завтрак. Здесь у меня немного было куриного филе, соевый соус, подсолнечное масло, все как всегда, без меда, правда. Чуть риса вот добавлю, одно яйцо. Из этого всего сейчас замутим бутеры. Сейчас куриное филе приготовится. За 5 минут, в общем, мне кажется, готово будет. Я его специально мелко порезала. Рис готовый, да. Что, ты его ешь? Гриш, ты включи Лунтика. Нет, включи тогда Лунтика. Жарю детские бутерброды, даже не успеваю снимать. Здесь у меня было рис. Тихо, не кричи. Слезь со стола, пожалуйста. Рис, яйцо добавила, курицу, все перемешала. И сначала выкладывала вот эту смесь на сковородку, а потом сверху добавляла хлебушек, чтобы оно из-за яйца прижаривалось. И потом переворачиваю, немного подсушиваю вот здесь вот, и все. Все, ну как завтрак, Гриш? Нормально? Мать сочинила на ходу бутеры. Огурчик еще дополнительно, кто хочет. И вот такие вот поджаренные с рисом, с курочкой, с яйцом. Ладно, попробуем. Попробуем, да, Фонь? Давай. Огурчик ты будешь сверху класть? Вкуснее. С огурчиком, конечно, так будет тебе вкуснее. Я так думала, как здесь. Давай. Вкусненько, да? Можно такое готовить маме? Сейчас Григорий тебе подаст полотенце, подожди. Так, все, мальчики завтракают, сейчас пойдем Антоху поднимать. Ставила воду на макарошки, думала сейчас пловик приготовить. Здесь у меня ребрышки, я с них прям мяско кусочками пообрезала. Морковки нет, надо ехать за ней. Не хочу никуда выезжать, поэтому ну надо все-таки, потому что у меня для своих блюд творога нет. Здесь, значит, у меня болгарский перчик и лук. Будет, думала, плов, но риса там недостаточно, поэтому будет макарошки с мясом. Вот барилу сейчас отварю, поставила уже воду. И как раз пока дотушится мясо, все это потом смешаю. Будет вот такой вот обед. И рагу сейчас еще сделаю. Слушайте, как хорошо, что детская площадка выходит как раз вот сюда вот. И здесь окошко. Я наблюдаю. Старшие пошли на рыбалку. А Фоня, Даша и Саша. А, вот Антоха тоже с Дашей остался. А Серый и Гриша пошли на рыбалку. Так, ну что, макарошки готовы. Стало сейчас соединить с мясом. И все, немного сейчас их присолю. Так, все, мясо и макарошки готовы. Сейчас осталось сделать рагу. И себе потом займусь приготовлением. Так, все, закрываем. Кто тут мне помогает? Я. Мама, я кружки еще. И ты кружки? Ну, давай сейчас. И ты можешь еще кастрюльку. О, давай, я буду. Так, только ложечки разложи все по местам, ладно? И тележки.
Давай. И сразу же еще раз закладываем посуду. Так, я заехала, купила лаваш. Сейчас собираю свой обед. Это салат, лист лаваша, салатный лист, огурчик, соус. Там написано из йогурта и горчицы. У меня из сметаны и горчицы. И что это, тунец купила, был только салатный. Ну, поэтому будем пользоваться таким. Вот сейчас все это выложу в лаваш, замотаю. Буду кушать. Выложила, сейчас осталось только свернуть и обедать. Все, приятного мне аппетита. У меня типа фастфуд, знаете. Так, а вот моя запеканка. Творожно-грушовая. Все уже подготовила. Груши, творог, здесь все, белок. Кукурузная мука вместо рисовой. Я думаю, это не сильно принципиально. И сейчас поставлю в духовку и буду на полдник. Наконец-то я дошла до рагу. Здесь у меня болгарский перец замороженный. Сейчас начала резать баклажанчики. Кабачок уже порезала. Так что, в общем, овощное рагу здесь будет на ужин еще мальчишкам. Так, смотрите, овощи я сюда уже все добавила. Сейчас буду добавлять немного соевого соуса и немного томатной пасты с водой, и чуть совсем томата. В общем, такая у меня будет заливка. Вот, здесь у меня морковка, кабачок, баклажанчики, лук и болгарский перец замороженный был. В общем, я думаю, что рагу все умеют готовить. Все, что есть, добавляем. И потом немного еще тушим, и все готово. Смотрите, все, моя рагу готова, потому что я хочу, чтобы здесь было немного вот этой вот водички, подливки, чтобы можно было это все детям поливать на макарошки, чтобы они думали, что это подлива, и ели овощи, потому что, знаете, не всегда дети едят такие овощные блюда. Вот, так что будут на ужин макароны с мясом, и вот это как подлива. Ура, все, на кухне все. Сейчас решила, знаете, в Яндексе, по крайней мере, на компьютере, на телефоне есть функция найти по картинке. Нашла вот это вот мыло с имбирем. Написано, что с натуральными ингредиентами 160 грамм. Оно антицеллюлитное. Вот так вот написано. Банное мыло с имбирем антицеллюлитное. Вот сейчас вот нашла, где предлагают прям типа тайская там косметика. Вот такая вот история. Так что оно оказалось еще и антицеллюлитным. Просто я не знала вообще, что с ним делать, куда его класть. Ну, в смысле, что ему умывать. Вот, ну сейчас положу, пойду открою. Я вообще люблю сразу всем пользоваться. Вот прям обожаю. Люблю сразу и новую посуду, и новые там всякие кремушки, и вот, в общем, пользуюсь всем, что мне дарят. Сегодня вот будет у меня вот такой вот душ с вот таким вот банным мылом. Вставляю сейчас видео за 29 число, вчера этого не сделала, потому что Фастовы были в гостях, в общем, не хотелось мне. Вот я была с асимметрией. И что хотела показать вам, что сама не помню про что это, мне сделали предложение. Какое предложение мне сделали, не помню. В общем, это было 29 марта 2018 года. Гляньте, мне прям неплохо, да, с такой стрижкой. Как вы думаете? Наконец-то дошло дело до цветочков. Вот они мои красивущие анютиноглазки, сейчас буду их сажать. Вот еще вот такую вот гвоздичку купила. Сейчас все высажу. У Анютины глазки по 30 рублей, гвоздичка 100 рублей. Так, а я хочу в эти вот чанчики посадить цветы, но верхний слой земли хочу заменить, потому что она уже несколько лет, тут, наверное, года 4, и хочу там свеженькой кроты нарыли сюда принести, а это вот убираю. Тут вот есть такие кучки, где кроты нарыли. Землю сейчас их соберу в ведро и туда буду в чанчики эти добавлять. Так, все, сюда два посадила и сюда один. Сейчас осталось их полить. Еще один посадили. Сейчас вот Антоха еще вытянет. А как мама их вытянет? Давай я вытяну. Вот, вот так вот правильно. Сейчас. Давай. Ты
больше. Угу, хорошо. Так. Я сейчас заметила, что тут уже и гиацинты розовые. Мои любимые. Вот они, красавцы. Так ароматно пахнут. И уже пиончики. Тоже тут вылазят. Нарциссы к солнышку повернулись. Розы распускаются. В общем, все, уже жизнь. Солнышко. А тут уже гляньте, какие высокие пионы. Куда ты собрался, молодой человек? А, на речку кидать камнишки? В общем, дал мне такой камень, говорит, пошли на речку кидать. Пойдем. Ну не рви их, пусть растут, пошли. У нас там речка, да? Красиво. Ага. Это такая травка, которая зацветает весной, видишь? Фиолетовенькая такая, розово-фиолетовая, да? Зеленая, фиолетовая и красная. Ну да. Здесь вот чеснок, да? Башки с девушкой растет. Такой вот он пока еще малыш. По-моему, это чеснок или это лук? Это лук, а не чеснок. Это лучок. Да догоняю тебя, догоняю. Догоняй меня, говорит. Коробку давай я заберу, а потом мы ее выкинем в мусорку, да? Еще и там камушек у тебя? Там у меня сколько камушек. На. Там еще камушки. Еще даже есть? Да. Вот. Обалдеть. Там тоже так же, как и здесь. Ой. Там уточки. Бульк. Все. И нету камушка. Там нету. Так это самый последний будет. Как хорошо. Чего? Покакать. А фоль. Побежали в туалет. Нет. Тогда кидай камни и пошли домой. Давай сидеть. Нет. Дед, нет. Мама, принеси салфетки. Нет, где ты здесь будешь какать? Пошли домой. Быстро. Все, идем обратно, да? С пятачком. Куда мы идем с пятачком? На речку, так пошли. Мы теперь не можем идти нормально, да? Камни собираем, да? Что ты говоришь? А, кармашки есть. Давай. Давай. Уже сапоги я буду. Копал я. Пойдем.
Жители. Пойдемте, жители. Побежал, побежал. Жители, так жители. А зрители, ты говоришь? Да. А мне слышатся жители. Ничего себе! Какой дерево! Там... О, это сразу три кинул? Давай. Не хочешь падать? Что здесь? Давай. О, вот классно. Пойдем тебя ебись. Аккуратно. Так нет, я ж тебе тут самого-то не оставлю. Пошли. Мама, я аккуратно. Пойдем, пойдем. Так, вот такое вот завершение вечера. Красивая, люблю свои пряники. Вот этот вот очень красивый. С днем рождения. И сейчас уже иду отдыхать. Значит, правильно распланировать время, и в 11 я уже могу идти спать. Ой, так, хочу сейчас сказать вам огромное спасибо за хорошие комментарии под видео с шаурмой. И вообще по поводу вот этих всех сбросов веса, стройности. Спасибо вам огромное за адекватность. Если честно, думала, вы напишите, какая больная женщина. Все весят по 100 килограмм, а ты, блин, хочешь 60. Я так утрирую, конечно. Ну, типа, куда тебе худеть? Ну, есть места, которые не пройдут. Вот, так что огромное спасибо за адекватность. Мне правда приятно, потому что мне, честно, иногда страшно такие темы поднимать. Мне кажется, они сейчас у всех, да, там, стройность, все дела, там, худеем к лету, вот такие вот какие-нибудь темы. Но мне просто хочется, чтобы у меня на память остались эти видео. А я сейчас все убираю, все иду в холодильник, иду спать, ничего не снимала. Как-то села батарейка, и так долго заряжался телефон. Не знаю, что сейчас за зарядки. Вот стояла 1%, я не знаю, часа полтора. Либо уже телефон так глючит. Вот, а потом все нормально уже сейчас зарядился. Посмотрели мы мультик какой-то там против интернета. Кто-то там против интернета, такой прям интересный, такой же, как Эмоджи, да? Мне кажется, одни создатели его сделали, ну такой прям клевый. Всей семьей. И Сержуня приехал с работы. В общем, дети тут кайфовали, когда папа разрешает. И мы все вместе смотрим. Я делала пряники. Они тут все вон там лежбущие было на диване. Лежали. Афоня заснул, Антоха заснул. Гришка сейчас сам пошел отдыхать, поэтому мультики с детьми по выходным. Даже дома это тоже круто. Все. Все, что хотела сказать, поблагодарила. Спасибо. Завтра новый день. Всем пока!